на федеральном округе среди юниоров. Тренируется под руководством Александра Гетерова. Его соперник, борец с синим трико, Максим Юшков, 98-го года рождения, из города Красноярск. Тренируется, как я уже говорил, в краевой школе. Что? Лучший результат, первое место на перенесе Красноярского края. В этом году он получил звание мастера спорта. Вот выиграл турнир в Рязани. Стал первым в весе 72 килограмма. Получил право и уже получил мастера спорта и значок. Тренируется под руководством, ну, в Иркутской области. Он с Иркутской области сам переехал к нам в Красноярск. Под руководством Федора Хандалова, а в настоящее время под руководством Владимира Покаякова и Михаила Александровича Гамзина. То есть ребята с Иркутской области. Видите, борется. Один с Ангарском, второй, вообще-то он с Хусолей тренировался, с Сибирском сначала. Ежков. На ковре Б красным трико Валентин Кочетков, Хакасия. 95-го года рождения, кандидат мастера спорта. Вот никак ему не могли присвоить мастера спорта. По три раза выигрывал турниры у нас в Сибири и везде. Недобор было то мастеров, то территорий. Так кандидатом пока и остался. Город Абакан, Хакасия. Ну, третий призер чемпионата Сибирского федерального округа. Тренируется под руководством прекрасного агентского тренера Александра Худякова в Абакане. Саша всегда тренировал всех ведущих борцов Хакасии. И Толочева, и Маргаякова, и Топоева, всех тренировал. И Кирсичакова. Сейчас тренируется под руководством Маргаякова. И, кстати, сам тренирует уже Валентин. Он хочет у нас тут институт здесь. Порол. Все. Победу одержал Максим Ежков, Красноярский край, мастер спорта, завоевал бронзовую медаль чемпионата Сибирского федерального округа, 272 килограмма. Идет упорный поединок. Счет 1-0. Идет Мамонтов. Вот я, по идее, должен говорить, как по правилам. 0-1, да, потому что первый, говорится, борец с красным трико. Салматы, Рязанцев Валерий Григорьевич на чемпионате России, а в 20 чемпионате России сейчас комментирую. Поэтому я, как вот он сказал, так и говорю. Да.
Уважаемые зрители, судьи, представители, участники, в нашем зале в качестве почетного гостя присутствует семикратный чемпион мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта Юрий Борисович Дюков. Давайте поприветствуем Юрия Борисовича. 21 раз участвовал на чемпионатах мира среди ветеранов. И рядом с ним наш президент Федерации спортивной борьбы Красноярского края, заслуженный мастер спорта, чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы, мира, победитель Кубка мира Рафий Багратович Симоняк. В этом поединке, в борьбе за третье место.